Наконец-то мы вместе и наконец-то мы дома. Вот у меня к тебе какой вопрос. Ты человек, который очень мало говорит. Мы когда с тобой начали встречаться, ты вообще первые 5 лет не говорил, только делал. Вот, честно тебе скажу, мне было очень сложно. Мне не хватало слов. А вот прошло уже 18 лет, как мы с тобой вместе, 22 сентября будет 18 лет, как мы с тобой познакомились, или чуть раньше. Чуть раньше. Чуть раньше, да. Потому что мы через 19. 19-го. 19. 19 пошел, пойдет мазь. Вот. И вот прошло столько лет, и скажи мне, пожалуйста, ты до сих пор считаешь, что человек должен мало говорить и много делать? Или ты считаешь, что чувства надо вербализировать? Я считаю, что у человека разговор с делом не должен расходиться в первую очередь. Ну, естественно, говорить, конечно. Скажи, а вербализировать чувства это важно или нет? Вербализировать. Не особо, да, Ну, пусть? такое. Не мужское это все-таки дело. Ты знаешь, нет. Все-таки с подозрением отношусь, когда очень много говорят. Ты Как-то знаешь, это вот звучит не очень убедительно, когда от мужчины очень много слов идет, как будто он не уверен в своих. Вот знаешь, когда уверенный мужчина, да, в чувствах, то, что ощущает, то, что делает и готов делать, и не обязательно много говорить. Ты знаешь, вот сегодня встречались с моим любимым другом, с Антошей Севидовым, и он сказал совершенно гениальную историю. Он говорит, ну вот вы вот женщины, да, там девушки, девочки, вот вы встречаетесь, просто так встречаетесь, без дела, просто поболтать, просто посидеть где-то в ресторане, обсудить какие-то личные моментики, не знаю, там косметику, кино, все что угодно, да, какие-то бьюти-истории. Вот мы, говорит, мужчины, если нас, говорит, не связывает дело общее, говорит, мы, говорит, не встречаемся. На самом деле, говорит, как сказать, по-хорошему, говорит, вам завидую, потому что эмоция, говорит, копится, а мы, говорит, не можем никуда, говорит, сливать, надо, говорит, что-то придумывать все время, то рыбалку, то охоту, то что-то, то что-то. И, ну, может быть, дело в том, что вы как-то, ну, мы очень такая брутальная культура, практически плюс-минус все советские страны, да, и вот в мужском мире не принято говорить. Может быть, вам же было бы легче, если бы вы говорили бы, если бы вы формулировали бы ваши желания, ваши переживания, ваши трудности, и не воспринималось бы в вашем мире это как слабость, как ты считаешь? Но я не считаю это слабостью. Просто мы разные. Женщины и женщины, мужчины, мужчины. Ну так почему не говорите? Можно мне узнать? Не принято. Ну, как бы кто-то же этот шаблон должен нарушить. Кто-то нарушает, я думаю. Но это уже чуть Ну, туда. гусь. Короче, я хочу сказать, что женщинам очень сильно не хватает слов. Принято, не принято, спи, моя красавица. Не, принято. Вот это понял, принял. Да, понял, принял. Сдернул. Ужас. Тоже не твоя, кстати, история. Так что вот, дорогие мальчики, принято, понято, принял, понял. Это, конечно, все хорошо, но пора создавать какую-то другую, мне кажется, парадигму поведенческую, мужскую, потому что, ну, мы вышли, 90-е закончились, мы не все военные, мы не все солдаты. И как-то, ну, если было бы чуть мягче, мне кажется, было бы интереснее.
Вот ты разговорился по чуть-чуть, понимаешь, по Но чуть-чуть, по опять же. чуть-чуть. Вот ты помнишь, какой у тебя гардероб был? Просто три цвета было в гардеробе, пока мы с тобой не познакомились. Какой-то ужасный гардероб был. Просто скучный гардероб старого дедушки. И с моим появлением появился терракот, горчица, Цвета вошли, да, вельвет, твид. Вообще ты стал одеваться как Гай Ричи. Понимаешь, вот когда ты мне доверяешь, вообще каких высот ты достигаешь. Да, но подруги должны быть. Подруги должны быть. А мужчина... А, мужчина не подруга, ты это хотел сказать? А то есть мне не удастся я тебя делать подругой. Да я вот это уже, я да поняла. Да не извини, а при чем тут? Мы же, то, что ты на Sex and the City со мной не пойдешь, это я уже поняла. Тобой, я уже был. Даже не уговорю, не уговорю, я не уже уговорю. Был, не надо. Тем более один раз был, когда это Халк был только бартер, выходил. Бартер, моя хорошая. Да, я пошла с тобой бартер. На Халка, а ты со мной Sex and the City. Я это очень хорошо помню. В общем, я поняла. Открой глаза, покажи, какие у тебя красивые глаза. Смотрите, какие красивые глаза. Человек проговорил спящий просто все это время. Нет, мне светит свет. Ты единственный симпатичный мужчина, с которым я за 44 года встретилась в моей жизни, который вообще без какого-либо нарциссизма. Вообще. Это уникальный случай. Имею единственную слабость. Какую? Это патчи.